Почему я так долго молчу? Это очень хороший вопрос. Знаете, причин очень много. Например, причина номер один. Я решил изучить вопрос раскрутки и сильно этим увлекся, потратил очень много времени. Пока что это ни к чему особо не привело, потому что это немного другая совсем история, не то, чем я занимаюсь. Вообще, честно говоря, раскруткой заниматься не хочется, вот если честно говорить. Хочется просто создавать контент и радовать зрителей, и все. Хотя, конечно, придется. Никуда от этого не отвертишься. Потом причина номер два – это то, что я стал петь в хоре. Меня занесло в хор. Я этому очень рад. Это прекрасно. И причина номер три. Я закопался в обзоре на Apple Music. Если честно, я его очень долго делал. Не помню, чтобы я так долго что-то делал вообще, ну, из обзоров. Он получился на 40 минут. То есть, ну, это тоже такой рекорд своего рода. Очень долго, конечно, все это смотреть. Там еще звук записался, если честно, некачественно, скажем так. Я хотел сделать супер круто, а получилось вообще еще хуже, чем могло бы быть. Ну, не важно. Как получилось, так получилось. Ну, конечно, важно, но извините. Что вышло, то вышло. Потом юбилейный выпуск «Диких аккордеонов» как раз-таки. Он сотый по счету, да? То есть очень важно так. И я, честно говоря, даже скажу, что до сих пор я его не доделал, но все, я возвращаюсь на самом деле. Все. Я возвращаюсь. Интересно, здесь видно, что летают мухи? Между прочим, 8 декабря, если я не ошибаюсь. Серьезно, серьезно, вот их куча, куча прямо. Я специально в гущу иду, в мух. В гущу мух.